26 октября в деревне Универсиады прошла пятая серия проекта «Мост». В качестве спикеров выступили профессионалы из сфер менеджмент, пиар, бизнес и творчества. Все они являются выпускниками Казанского федерального университета. Выступающие поделились своим опытом и ответили, что является успехом в их понимании. Помимо темы успеха, спикеры обсудили со студентами тему высшего образования. Университетское образование, особенно федеральные университеты, это классическое образование, которое всего-навсего, вернее, не всего-навсего, это самое главное, оно дает направление. И то, как вы этим там, знаниями, навыками, какими-то особенностями распорядитесь, во многом от вас зависит. Мероприятие направлено на обмен опытом и развитие связей между выпускниками и нынешними студентами КФУ. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз.